Что это значит? Вот меняют имя, что вот тебе это не подходит. Нет, если одно имя, имя не подходит, другое ставят. Что это такое? Так. Так. Например, я это не понимаю. Макор, макор лезе. А где написано насчет имена? Гмара Рош Ашана, Мешане Шем, Гмара Рош Ашана Тадзайн. А Гмара Рош Ашана, у нас есть Гмара Рош Ашана, пишет. Четыре вещи меняют судьба у человека. Ну, как судьба? Что-то сейчас стало, и он хочет поменять. Четыре вещи. Первый, ну, насчет вашего вопроса. Первый, шинуй массе. Шинуй массе, поменять твоя дорога. До сегодняшнего дня я работал в такие места, кушал такие вещи, так себе везел, так. Я должен поменять свою дорогу. У меня была дорога неправильная. Шинуй массе, умерет агмара, чува. Это вернуться бы чува. Я к Богу не был, как я сейчас, я себе неправильно, сейчас я должен себе поменять. Это шинуй массе. Второй вещь, что меня меняет, זעקה. זעקה это кричат. אומרת הגמרא, что это кричат? С Бога разговаривает. Тфила, молитва. Молиться. Молитвы. Разговаривать с Бога. Бог Всевышний. Так это. Да. Молитвы. Это второй вещь. Третий вещь, אומרת הגמרא, צדקה. Когда человек делает צדקה, помогает в места, что там делают Тора, меняют вещи. Например, наша организация меняет вещи у людей. Меняет жизнь, меняет понятие, меняет дорога. Меняет все. Человек помогает в такие места. Или, например, сейчас у тебя сосед вот у вас. Ему надо кушать, и у него нету. Он сейчас голодный. Когда вы ему даете цдака, вы ему меняете голод, что он был сытый. Это цдака. Цдака мацля мимавет. У нас есть мицва махацит ашекель. Половина шекель нет. Махацит. Что это махацит? Мем, хет, садик, юд, куф. Цадик в середине слова, да, слова махацит, в середине это цадик. Это цадик, это цдака. Какие буквы близко к это цдака? Хет, юд, хай, живой. Какие далеки от цдака? Мем, вет, тав, мет, умер. Цдака, тациль мемавет. Человек, когда дает цдака, он меняет судьба. И четвертый вещь, шинуй Ашем. Шинуй Ашем, это поменять имя. Но поменять имя надо очень великий, очень, бемет, чистый рабай, что понимает. Не просто так идешь к рабай, он меняет имя, нет. Есть кому менять, есть на какая имя поменять, и для чего меняем. И это немало вопросов сейчас. Но внутри гмара не просто так менять имя. Я знаю Яков, наркоман. Яков весь жизнь в голод умирает. Я знаю, Яков богатый. Так если он поменяет имя, что он будет? Нет. Поменять имя, умерет агмара, поменять твоя имя. Пример, моя имя, наш дядя тут сидит, он хулиган. Да, его имя хулиган. Но если сейчас он сделает чува, мы уже его имя не скажем, что он хулиган. Мы скажем, цадик большой стал. Его имя поменялось. Мы должны свои качества поменять. И это менять имя. Когда ты смотришь на человека на улице, ты говоришь, ты знаешь, это его имя Яков, не знаю, ну, ты ему даешь какое-то имя. Это за его дорогу, что он с ней живет. Например, парикмахер. Жожо Асапар. Если Жожо не будет парикмахер, и Жожо сейчас станет, пишет мезузу, что ты скажешь? О, Жожо мезуза. Да, его имя менялось. Вы понимаете? За это тоже, когда меняем реально имена, надо знать, у кого поменять и как поменять. Не каждый может поменять имена. Очень часто меняют. У него представляет, у него племянница есть. У каждого какая-то проблема, они говорят, изи меня имя. Не-не-не-не-не. Мы же всем поменяли. Не-не-не-не, хорошо. Нет, просто я очень часто слышу. בעזרת השם, בעזרת השם, בעזרת השם, следующие уроки, следующие уроки, может быть, сделаем урок, רפאל, רפאל, может быть, נעשה, может быть, сделаем урок, не простой урок, урок от нашей Торы, насчет имена, насчет нельзя давать соль в руками, это правильно или нет,
Нельзя давать нож руками, правильно или нет? Сейчас, можно дать хлеб руками или нет? Сейчас. Есть такие, что верят, что если сейчас принесу вода от моря, и дома сейчас будет чистота больше или нет. Есть много-много дебильных вещей у нас, Барух Ашем. Что хлеб только нельзя, правильно? Да, ну, Барух Ашем, мы, может быть, сделаем урок насчет этого. И тут люди будут кайфовать в этот урок, Безрат Ашем. Но сделаем какой-то урок только на эту тему, на такой-то тему, Безрат Ашем.